Раньше там, когда трудилась на детской реанимации, там есть рецептура, да, которая обязательна. Делаешь так, 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 так. А сейчас что-то надо по-другому, да? Я думала, когда батюшка благословил пекарню, что там какие профессионалы, у кого есть какая свой образ жизни, и что я там ничего не надо делать, да? Но когда там пришла, видела, что там есть какие раны, какие язвы. Это не верно от этого раньше в жизни. И борьба, которая постоянно идет с раньшим жизнем, это реанимация. Господи Боже наш Иисусе Христе, пастырю добрый, мудрый, врачующий наши недуги, возносящихся смиряй и смирившихся возносяй, помоги нам сегодняшний день добросовестно поработать во славу Твою, максимально используя рабочее время в мире любви и молчания, спасения и молитвы. Все было полностью, весь уголовный кодекс, все группы наркотиков были перепробованы, все виды алкоголя, все, что можно. Перепробовал все, и Крым, и Рым, как говорится, огонь, воды, медные трубы. И жить не хотелось. Трудности были, что просто убежал. Здесь было единственное место, где можно было спрятаться. И первая исповедь, можно сказать, толковая здесь была. Исповедался как-то, начал осмысливать жизнь. Батюшка очень сильно помог, мог разобраться в своих делах всех. Сестры его молились за меня. И было чудо. Такое чудо, что... Я не знаю, я сначала сюда приехал, как бы, для того, чтобы нормализовалась обстановка дома, чтобы я дальше мог употреблять. А потом как-то в определенный момент перещелкнулось что-то. Я решил, что хватит все. И уже стал для себя держаться. Чтобы меняться, по-моему, надо терпеть просто. Сквозь трудности, просто сжав зубы, идти вперед. На молитву сестра Ядранка палкой загоняет. Заставляет читать чуть ли не силой. Ты должен показать предмет, который является главным аргументом спора в пользу ядра. Вот. То есть ядранка сразу берет скалку и начинает воспитывать. Я знаю, что там есть и больше искушения на пекане, что это. Ты чувствуешь, что идет война, да, через брата. Война, надо сохранить брата. И это не легко. Это то же самое, как и на детской реанимации. Надо побороться за каждого. За каждого, потому что каждый дорог. Человек с Черногории. Врач был одесский, педиатр. Она объединила вообще разнохарактерных людей полностью вообще там. Мы не здоровались даже друг с другом. Сейчас все вместе одно дело делаем. Начинка, вишня, начинка, шпинат, сыр. Что? Гущенка. Гущенка и картошка с грибами. Да, 5 у нас наименований, слойки. Ваша любимая. Любимая сгущенка? Сладкая. Так, все, пожалуйста. Это больше, чем хлеб. Это не то, что супермаркет, там наскоряк сделали люди, абы продать. Это часть святыни, когда люди после службы, после причастия идут в наш магазинчик и покупают ту продукцию, которую мы ночью спекли,
Я вот так вижу, что они идут аккуратно, кушают все вот это. Соответственно, и у нас отношение такое. Когда человек покупает монастырский хлеб, кажется, что такое чувство покаяния, да, и это специальный специс. Не знаю, какие остальные хлеби, но я чувствую, что наш монастырский есть это такая закваска. Благодать Господа, благодарность братьям, что их Господь отправил на такое послушание и неверное страдание, которое было раньше. На сегодняшний день мне только спасибо хочется сказать. Не знаю, за все спасибо. За то, что проснулся, приехал на работу. Что сын в садик пошел, что жена трудится. За все, за каждую секунду.